Кидаем такой якорь, магнитомешалку. Посмотрим, как она будет помешивать нашу зубровку. Здесь нагрев, она с подогревом. Регулируется мощность нагрева и регулируется мощность кручения. То есть количество оборотов. Вот так она начинает работать, видите? Вот, смотрите, как эфирные масла пошли, какая красота, как все видно. Видите, как пошел размес? Делаем побыстрее. Наверное, несколько часов. По крайней мере, мы так ягоды делали. Часов 5-6. И практически настойка готова. На следующий день дадим дальше настояться, и все будет нормально. Видите, как все происходит?